К возможным паводкам готовятся в Восточном Казахстане. Там начали активно взрывать лед на реках. В этом году его толщина местами превышает метр. Резкое потепление и дожди привели к тому, что в протоках вода пошла поверх ледяной толщи. Чтобы не допустить затоплений, начали взрывные работы. Один. Взрыв. Отмечу, в зоне риска в регионе находится 71 населенный пункт. Спасатели сейчас ведут постоянный мониторинг прибрежных зон и водохранилищ. На равнинных участках идет активное таяние снега. Ситуацию усугубляет дождь и ветер. На случай чрезвычайной ситуации в районы планируется направить средства для эвакуации людей. Также в случае необходимости в районе Алтай задействуют силы и средства воинской части Министерства внутренних дел. В горной местности покрытие снегом до 80%. Вместе с тем в степной местности продолжается интенсивное снеготаяние. По области проводятся взрывные работы по дроблению льда. Трубы, мосты, как на дорогах, так и в населенных пунктах, очищены на 100%.